Как опостил в прошлом году сработал? На горохе у нас, да? Да, у нас получилось на горохе. Немножко была проблема со всхожестью. Как раз предложили, там, давайте попробуем. Это все было на коленках, все быстро. Угу. Отработали, отсеяли. По вегетации, по сходам было небольшое заметное увеличение, что да, на всхожесть оно повлияло. Единственное, что подсчет не провели. Потому что агроном один заболел, а второй еще молодой, не успевал все-таки. Ну, понятно, да. И все, и получилось так, что во время уборки мы сделали контрольные прокосы, замер по урожайности. Я применялся препарат опосил, там урожайность на пару центнеров было выше. На пару центнеров? Я точно сейчас не скажу вам цифры, они записаны просто. Ну, увеличение было. Также в поле проводились, помимо контакта, чего-нибудь, кроме протравливания семян, еще было у нас вегетация. Вегетация работа, да. Тоже запасил. Тоже дробилось. То есть, в принципе, данные были предоставлены. Ну, с какими погодными условиями там пришлось столкнуться? Гороху в прошлом году. Гороху? Да, ну, тут не сколько с погодными условиями были проблемы, я имею в виду в этом районе. Сколько от нашествий вредителей. Луговой мотылек в том году свирепствовал. Ну, то есть, в принципе, благоприятные были условия, да? Для гороха были благоприятные. И несмотря даже на это, опосил, сработал, ну, положительно. Когда нам его предложили попробовать, сказали, если есть что-то, что плохо растет, схожесть плохая, попробуйте, может, увидите увеличение. У нас есть одно небольшое, там, так скажем, часть семян, там, 10-15 тонн, которые как бы нам нужны, но они плохо растут. Понятно. Проверены были, да, давайте попробуем. Сколько получается на гектар легло по затратам? Не считал. Как они? Ну там 50 грамм получается на тонну гороха, да, и 150 грамм по вегетации, наверное, применяли. Да. Где-то так, да. Ну это получается 200 грамм препарата. 200. Да, 200 грамм препарата это в районе сколько там? Ну 250 рублей на гектар. Ну если прибавку. Да. 20 центнеров горох сколько стоит? Ну, рыночная цена, если с осени повесит, то ну, 15-20 тысяч тонн сейчас стоит фуражного. Ну, да. Разделить на 5 получается 3 тысячи. То есть 250 рублей положил, 3 тысячи получил. Да, да, да. Ну, простая экономика. Нормально. Да. И, ну, в принципе же, никаких дополнительных, я имею в виду, телодвижений не надо делать в плане того, что как-то отдельно, оно же все применяется совместно. Он сейчас с протравителем по вегетации, с гербицидами. Ну да, да, да. С другой стороны, он снижает стресс. Это минимальная прибавка, которая возможна, и она уже весьма рентабельна.